Полное описание и точный до выхода 125-й серии турецкого сериала «Кровавые цветы». 125-я серия сериала выйдет в эфир 19 июня. В новой серии мы увидим, как Баран и Дилан попали в бессмысленный круговорот. Даже зрители не поняли, где и когда оборвались нити. Как все дошло до развода. Хотя Дилан и Баран пережили более серьезные события. Нынешний процесс странный. Сераб ушел из дома. Дилан просветилась по этому поводу и узнала, что между ней и Бараном ничего не было. После завершения кровной вражды Дилан теперь наполовину слышала речь Барана из-за двери. Она была лишена тех прекрасных слов, которые Баран сказал для нее. «Итак, вы говорите, что мы снова вернулись к началу». Отношения Барана и Дилан развиваются по принципу «два вперед и один назад». Феррат боролся за девушку, которую любил. Он взял ее за руку и повел в брачную контору. 125-я серия сериала выйдет в эфир 19 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.